Началась запись. Играем с другом в Факторио. Я балдею от этой музыки. В моих классных наушниках. Red Dragon. Огонек. Лампочка светится на микрофоне и внутри наушника. Ой, боже. Так, play, мультиплеер. Создание сохраненной игры. Версия 0.17.54. Смертельный мир. Сложность игры. Эволюция ускоренная. Эволюция ускоренная. Ну, я не знаю, в чем точно разница между обычным по умолчанию. Есть настройки по умолчанию. Там играть довольно сложно одному. Но поскольку мы вдвоем с моим другом-профессионалом играем в эту игру, я поставил настройки не по умолчанию, а «Смертельный мир» называются настройки. И там чуть-чуть ползунок увеличил. А, присоединяется. Загружает карту мою. Присоединился. Я вижу. Паус. А? Йоу! Да, я вижу, сообщает мне в стиме. Так. Да ёлки. Дисконнект. Дисконнект! Я в шоке! Пауза! Лагает. Чё это лаги? Просит дать ему возможность приконнектиться заново. Я ему говорю, сделай это. Что ж такое? У меня так мало времени, 4 часа на игру осталось. А тут вот такие лаги. Реконнект. Сейчас в углу экрана появится. А, вот, вижу. Надпись. В углу экрана есть картиночка, вон там. Вон там. Пью слегка подслащённую кипяченую воду. Опять лаги. Лаги. Так, лагает слегка. Паузу ставлю. Дело опасное. Что ж такое?
7 минут уже играем. Так. Он спрашивает, занимаюсь ли я подкачкой чего-либо, загрузкой, закачкой, видео или что-нибудь такое. Что там написано в углу? Хорошо без работы, плохо без денег. Очень странно. Даже не знаю. Так. Что-то не так у нас. Что-то не так. Так, время в игре, кстати, я забыл сказать. 1:16. Ты будешь делать. Так, паузу ставлю. Сейчас он приконектится. Так, а сколько у нас железной залежи, железный депозит, какой у нас, интересно? Хотелось бы хотя бы 600 тысяч иметь. Чё, зашел? Не вижу. Вроде нет. Не зашел. Да что ты будешь делать? О, боже мой! Надпись такая, что ожидается, пока сервер сохранит мир, сохранит карту. Попробую перезапустить Факторио. Останавливаю запись. Ctrl-P.